Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальня». Для многих очень большая проблема вставить толстую нитку в ушко иголки, особенно если иголка маленькая, тоненькая, ушко крошечное, а нитка достаточно широкая, толстая. Сейчас я вам покажу, как это очень просто сделать. Берете иголку, катушечную ниточку, вставляете катушку в ушко иголки, получается петелька. В эту петельку, вот она, петелька из нитки, вставляете вашу толстую ниточку и вытягиваете через игольное ушко. Любой толщины нитка вставлена в игольное ушко, тоненькое и маленькое. Если вам понравилось, подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте «Изба вязальня».